Всем здорово, народ, с вами Ян, одеться не по-простому, потому что формат такой новый, интересный, надеюсь. И вы на моем канале, на котором разборы, обзоры вокалистов, про вокал рассказываю, какие-то занятия, уроки, каверочки тоже пою, свое творчество показываю, и еще и подкастим иногда. Скоро тоже будем, конечно же. Друзья, сегодня такая вот интересная тема у нас сложилась. Я отсутствовал на Ютубе очень долго, для Ютуба там 3 месяца, это очень много, просто невероятнейше. Поэтому придумал, как реанимировать канал тем, что я буду выпускать часто, быстро реакции, друзья. Доросли мы до реакции, наконец-таки. И будем все это дело потихонечку вводить в обиход. Я уже не боюсь снятия монетизации вот за эти вещи, поэтому главное, чтобы не блокировали. Если будут блокировать, ищем это все дело на Boosty, если хотите мне еще помочь, конечно, деньгами. И ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там все будет появляться уже в том родном плеере, и там уже точно будет все отлично. Так что, друзья, еще что хочу сказать, да, о том, что я не смотрю никогда все эти вот видео заранее, а я буду смотреть их с вами вместе в первый раз, что мне кажется гораздо интереснее. И, конечно же, я что-то буду рассказывать про вокалиста все равно, как он поет, немножечко совсем. Постараюсь делать очень быстро, ненавязчиво. Но если вам интересно про этого вокалиста, которого мы разберем, допустим, сегодня, услышать полноценный обзор, то потом я буду делать голосовалки в ВК и в YouTube и так далее. Таким образом, мы выберем нам новую цель для полноценного крутого разбора. А вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить тот самый ивент, когда будет голосовалка проходить. Подпишитесь и в ВК, пожалуйста. Там вы сможете отдать сразу 2 голоса, представляете? И в Ютубе тоже голосуйте. Неважно, будет много просмотров, мало просмотров, попробуем, а там как пойдет, как полетит. А стартанем мы новую рубрику с очень интересного какого-то совместного клипа, песни. Я пока еще не знаю, сколько там кого много. Asking Alexandria и Within Temptation. Да, будет ли там Шерон петь, я не знаю. Как там, что вообще будет, не представляю. Поэтому вдвойне интересно вообще все это дело с вами посмотреть. Поехали, посмотрим. Хорошо, навалисто. Давайте пару слов просто об этом прекраснейшем вокале Дэнни. Ой, сразу же прям вточил, вмочил. Очень хорошо, очень много твенга у него здесь. И это же хочется подпевать это дело, да? То есть прямо и расщепуха, все очень плотненько. То есть твенг он собирает там чуть-чуть у него, и получается вот такое что-то очень мощное и насыщенное, но не разлетается вокал. И прям фирменная классная мелодия, а очень гибкая, очень классная. Подъем эмоций. Очень простой вал. Стандартненько немножко. Как у него зашло туда по хрящикам. Я, конечно, не распетый. Вот это все дело. Отлично, продолжается. Немножечко стандартное, чуть-чуть в припеве там у него окончание. То есть, модненько. Это очень сейчас популярно делать пост-припевы. Кстати, очень прикольно было бриджик, он перекликался даже с началом, со вступлением. Но еще потом обсудим это. Я слышал Шерон наверху, да. Сейчас начнется женская движуха. Yeah.
Не могу не отметить ее вот ошки такие назад. Giving all. Хорошо, ниже сделаю. Giving all. Туда очень красиво. Но она всегда подзакрывает немножечко рот, и получается у нее такая там большая-большая трубища. Очень движовый, классный куплет, который мы везде на самом деле уже послушали раньше, но он в новом каком-то, в более современном звучании, в более современной насыщенности прям слушается очень-очень фирмово. Как нежно! Какой контраст при деле! Супер! Вообще по-другому все. Насколько вокалисты меняют? Неожиданно. Поднимает гортань. Очень сложно так сделать, потому что, ну, тебе нужно орать, и поднимается... Я сейчас не сделаю, конечно, да, но это все... Поднимается гортань на большой подаче травмоопасника, на самом деле. Так не надо делать, но это круто очень звучит. Такой Радки стайл пошел. И слились два голоса, два настроения. Да. Насколько совмещение. Смотрите, насколько совмещение потом пошло этих припевов вместе. Это просто потрясающе. Причем, что пост-припев у Дэнни был один немножечко, а у Шерон чуть-чуть другой, более нежный. Да, а потом в конце, мало того, что они слили два вокала воедино, и получилось палитра, дай боже, так еще и получилось, что они допили его сначала, этот пост-припев, потом ее чуть-чуть еще добавили, и получилось такой выхлоп очень крутой. На самом деле, ну, Asking Alexandria всегда они были супер-хитмейкеры, и здесь прям все сделано пуликалом, да, то есть все есть распевка, вот это все вот дело, да, то есть есть за что зацепиться и что поорать залом, что самое главное, да, вот это все есть. Есть невероятный, Шерон голос такой подает, какой-то очень, не знаю, он не расслабляет, он скорее дает какое-то пространство, да, и вот как раз-таки на втором припеве, когда она пела одна, мы услышали, насколько мощно может Дэнни валить, да, этот припев, и насколько разлетается, растекается в нежность, хоть там рубка такая же происходит, вокал от Шерон. Короче, ребята, это прям хитяра. Я это буду переслушивать 100%. В целом, давно я уже ждал что-нибудь такое подобное от этой группы, и очень-очень рад на самом деле. Кстати, я очень рад, что к ним вернулся этот вокалист Дэнни. Ой, я когда еще был тогда вот под Sin City этот клип, я супер сильно on fire, да? Очень сильно был рад. Короче, ребят, на самом деле, супер круто. Это все, что я могу вам сегодня сказать. Для меня непривычно, возможно, для вас очень мало, вот, так что вы напишите в комментариях вообще, стоит ли, может быть, больше чуть-чуть рассказывать, может быть, меньше чуть-чуть, может, я вообще вам испортил всю песню и так далее. Я пока буду учиться, может, не надо было орать, потому что мне для того, чтобы повторять за кем-то, нужно подготовиться немножечко, а тут я как раненая белуга вам выдавал какие-то хрипы. Иногда может получаться, иногда нет. Ну, короче, я буду стараться это вот все дело так вот совмещать, как ребята совместили в припеве все, что можно, так я буду совмещать немножечко все свое знание и умение, вам рассказывать. Как они поют, я вам не расскажу, потому что это требует отдельного какого-то сегментарного, собственно говоря, расложения, раскладывания. Одно могу сказать, что у Дэнни вот именно очень плотный голос, поддержанный твенгом и поддержанный, опять же, всеми нашими расщепительными темами, то есть сложные складочки и хрящики, которые тоже там ощутимо резонируют, а один раз они прямо там у него в такую в гравий превратились. Опять же, пишите в комментариях, хотите ли разбор на Дэнни, хотите ли вы разбор на Шерон, тоже пишите. Про нее вообще, в принципе, я ничего не могу сказать сейчас, потому что, ну так, не прислушался. Я был, честно, в восторге от песни самой. Так что, заряжайтесь эмоциями, пишите, как вам вообще вот мои эти новые идеи. И вообще увидимся в более серьезных видео и в реакциях. Всем пока, с вами был Ян.